Доброго времени суток, друзья мои, моего канала «Канарейки в Казахстане». Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Давно не было видео. И снова здравствуйте. Всем здоровья, хорошего настроения, успехов в работе, в ваших делах. Но причина большому перерыву в нашей деятельности банально, как мне кажется, но она банальна на самом деле, это работа, занятость на работе. Время нет абсолютно. Птичками занимаемся в силу возможностей. Сезон разведения у меня закончен. Как вы видите, вот в одном, в нижнем боксе, последний птенчик, крайний птенчик остался. Кстати, нет, красный мозаик. Он как бы младшенький. Вот сегодня-завтра его покормят. Папа с мамой. Отец уже в линьке. Линяет, но несмотря на это, очень хорошо кормят оба. Двоих я отсадил уже вчера. Сезон разведения закончен, как я и обещал кому-то из подписчиков, что после завершения сезона возобновлю свои видео на канале и будем вести беседы с вами, уважаемые друзья, гости, подписчики. Подписчикам еще раз огромное спасибо человеческое за вашу поддержку, за теплые слова в комментариях, за вашу подписку, за ваши лайки. Я уже говорил это, ну, это, я думаю, без наших слов, кто записывает видео ведут каналы на Ютубе, и не только на Ютубе, в социальных сетях, это стимулирует для продолжения своей деятельности. Не более того, поверьте мне, не более того, в большинстве своем это начинающие блогеры, ну, в частности, я говорил уже, это делается от чистого сердца, чтобы люди не обманулись, не повелись, чтобы была возможность, не так, как у нас в свое время не было ни советчиков, ни литературы, ничего. Сейчас с этим, слава Богу, с этим обстоит немного проще, то есть есть интернет, всегда можно проконсультироваться. Ну, наверху уже вот три сам сайта этого года отсаженные уже начинают распиваться, поэтому как-то мои самцы взрослые стали линять, все пошли в линьку. И в птичьем хозяйстве у меня немножко затишье, поэтому отсадил их пораньше чуть-чуть, чтобы хоть распевка была в комнате уже слышна и заходить веселее. Как бы, ну, такие дела. Внизу тоже вся молодежь сидит, отдельно там слева тоже молодежь, которые будут участвовать в выставке, готовятся пока предварительно отобранные. Выставка, хочу сказать, выставка в этом году у нас будет в городе Алматы, вот, южной столице Казахстана, которую вы все знаете, все любите. Вот, с 6-7 октября уже дни назначены. 6-7 октября, два дня, будет проводиться третья выставка в Казахстане, в городе Алматы. Немножко мы в этом году ребятами было принято решение немножко вести новшество там. То есть уже мы идем немножко конкурсному такому качеству выставки. Немножко маленький шаг сделали. То есть участвует птица вся, но оценивается. Будет оцениваться птица приглашенным независимым экспертом. Только выводная, окольцованная птица. Окольцованная именными кольцами. Вот о чем я и говорил. Вот красно-черный начал чубатый там
уже громко начинает распеваться, еще вот неделю где-то, и он уже начнет песню набирать уже серьезно. Вот. Так что вот такие дела у нас. Все продолжается в хорошем этого, смысле этого слова. То есть сейчас подготовка к выставке у наших заводчиков Казахстана идет полным ходом, что не может не радовать. Мы свою деятельность не сворачиваем, мы только стараемся развивать ее. Вот. Сообщество наше существует, и за что респект и уважение только можно сказать нашим ребятам и девчатам, братьям, сестрам, которые, понимая целесообразность нашего занятия, тратят свое время и средства на организацию выставки, на проведение непосредственно выставки, встречу гостей, расположение гостей, участников, именно участников выставки. Гости располагаются у нас за свой счет, а участники выставки, то есть кто непосредственно принимает участие в выставке, располагается за счет встречающей стороны. Так было у нас на двух выставках, так будет и на третьей выставке. Ну, за что огромное человеческое спасибо, надо сказать. Это просто нужно понимание. И извините меня, у нас есть такое выражение: птичканутым быть, чтобы это все понимать. Это надо смотреть немножко дальше своего носа, чтобы продолжать эту деятельность и ради будущего поколения, наших детей, внуков, чтобы об этом и говорили уже неоднократно на нашем канале. Я говорил неоднократно, и в группе об этом часто говорим. И, в принципе, это было решение это все продолжать. Вот толчком послужила пандемия, наша первая встреча в Алмате. Так было, по-моему, 2 года назад, по-моему, это было, когда мы приняли такое решение сообща, что надо двигать, надо продвигаться, хоть пускай небольшими, маленькими шажками, но будет продвижение и для популяризации нашего дела. Чтобы дети привлекать детей к этому делу, дети должны видеть. А конкурсное начало уже в наших выставках, это тоже в детях надеемся, и я лично в этом уверен, в детях тоже проснется азарт такой, соревновательный азарт. Это, ну, действительно, это нужно делать. Это нужно делать. Поэтому ради будущего надо. Никто с собой свои знания никто не заберет. Это бесполезные знания, если знания забирают с человеком. Ну, о плохом не хочется говорить, но как бы это жизнь, это в любом случае жизнь. Все мы это знаем, все мы это понимаем. Все мы принадлежим Всевышнему и вернемся к Нему. Поэтому знаниями нужно делиться. А для того, чтобы делиться, нужно аудитория нужна. Просто выражаясь, для того, чтобы собрать аудиторию, чтобы люди видели, знали, что есть сообщество. Не просто так вот, как раньше думали, да, там, барыги там на базарах там где-то. Ну, по сей день думают многие. Нет. А есть общество, сообщество любителей, действительно любителей, птичканутых, в кавычках, так скажем, да, которые готовы делиться опытом, своими знаниями и показывать красоту нашего хобби, несмотря ни на что, несмотря ни на трудности, несмотря на финансовые затраты, несмотря на голом энтузиазме. Вот я хочу подчеркнуть это еще на голом энтузиазме. Плохо, что, конечно, не везде встречается понимание, кому обращаешься за помощью или там государственные органы. Не везде понимание находишь, но все равно не без этого. А есть люди, которые действительно понимают это,
когда начинаешь объяснять и начинают всестороннюю оказывать помощь. Это прекрасно, но должно быть так. Должно быть так. Поэтому выставка уже не за горами, так скажем. Дальше будет видео. Возобновляем записывать видео. Следующее видео будет, я надеюсь, тема сегодня у нас обсуждалась очень хорошая. Это окрашивание птиц красителями, натуральными красителями. Цветную канарейку, цветных канареек мозаичных, красных и так далее. Я думаю, эту тему надо осветить, поскольку очень много разногласий на эту тему. И думаю, на этом как-то в форме диалога очень трудно в прямом эфире очень общаться. Конечно, это очень занимает очень много времени. Пока постараюсь записать так односторонний диалог, запишу какой-то конспект и уже составлю вопросы, и уже на них как будто от вас буду отвечать уже. Ну, всем хорошего отдыха вечернего, удачи всем, берегите себя, берегите родных, близких. Всего доброго, друзья мои.